Делегация Общества дружбы Узбекистан-Таджикистан, будучи в Республике Таджикистан, провели ряд встреч, отразивших исторически крепкие и теплые связи братских народов. В этом контексте подробно обсуждены вопросы укрепления литературных связей между творческой интеллигенцией двух стран. Между узбекскими и таджикскими народами дружественные связи, проверенные веками. Особенно в последнее время эта дружба, родственные отношения получили новое развитие с доведением уровня взаимоотношений до планки стратегического партнерства. Руководством Узбекистана, как известно, было предложено создать антологию избранных литературных произведений авторов двух стран. Логическим продолжением данной инициативы стало издание книги «Антология таджикско-узбекской литературы». В собрание вошли плоды творчества талантливых поэтов, поэтов и писателей, всю жизнь живших в Таджикистане, но писавших на узбекском языке, а также представители таджикской диаспоры, жившие и живущие в Узбекистане и творивших на языке Алишера Навои. Наша задача – писателей, поэтов, построить мост дружбы между странами. Мы читали и развивались, читая такие журналы, как «Шарх Юлдузе», «Гунча». И я бы хотел, чтобы наше подрастающее поколение тоже с интересом читало те книги и журналы, которые выпускаются у нас в Узбекистане. Будет замечательно, если издания, печатающиеся в Узбекистане, будут доходить и до жителей самых отдаленных сельских местностей. В произведениях стихотворного и писательского жанров повествуется о высоких человеческих переживаниях и чувствах, о дружбе между народами, о развитии и процветании Родины. Отметим, что Общественный фонд поддержки ННО и других институтов гражданского общества при Али Маджлисе Узбекистана выделил грант на издание антологии и обеспечение литературы на узбекском языке граждан узбекской национальности, проживающих в Таджикистане. За счет гранта приобретено свыше 70 видов различной литературы. В посольстве Узбекистана в Таджикистане состоялась презентация таджикско-узбекской антологии, в которой приняли участие сотрудники диппредставительства, поэты, писатели, журналисты. Было подчеркнуто, что антология – своего рода отражение многовековой дружбы и сотрудничества наших народов, которое еще больше укрепит взаимные связи на современном этапе развития. К тому же презентация книги прошла и в стенах Худжанского государственного университета. Визит нашей делегации был насыщен встречами, дискуссиями, во время которых были определены перспективные векторы укрепление двусторонних отношений.